сразу. Такие вот ситуации на голову лезут. Не-не-не, я... Зарегистрировался, к назначенному времени приехал, ну там может 5 минут подождал. Получил ЛНРовский, точно так зарегистрировался на российский. Время выдали мне. Сейчас тоже, помучаются, сделай. Да сделаю все равно, да. Как и с правами, как и со всеми. Ну теперь опять с номерами и с правами начнется все сначала. Ой, налоговый, не напоминайте, и так тоже вот этой налоговой. Бежит, не повернется даже. Сейчас, потому что все меняется так, что или меняется, или потом потеряется, или что-то сломается, или что-то сгорит. У нас же все-таки, слава богу. Мне хоть за это не беспокоиться уже. Пенсии уравняли всем. Ну как вам сказать, ну у меня была не самая низкая, вторая или третья там ступень какая-то. А потом же всем, кому меньше 10, сделали 10. Подальше, да, а у кого больше 10, тех же вообще не трогали. У соседки там 11,5, ей вообще ж ни копейки не добавили. У меня там было 8600, сделали 10. Хотя, по идее, должно там 1012-13 получиться. Так с каждого, да? Да. Брат, не работал на месте, как это все? Шурин. Ну, они в среднюю войну уехали, понимали. Секундочку. Алло. Вы где? Я уехал, буду в Металлисте. В Металлисте буду. В Металлисте? Да. Ну а что ж не снимаешься? Я тогда всех обзваниваю, это же мое время забираешь, понимаешь? Понял, понял.